Яркая Одесса. Центр города разукрасили самые сочные цвета августа. Более сотни одесситов вышли на Греческую площадь выплеснуть негатив самым позитивным образом. Наш корреспондент Яна Алиматова лично приехала со съемки в самой невообразимой раскраске и уже подготовила сюжет к эфиру. Девочки бывают разные. Черные, белые, красные, в общем, разноцветные. Греческую площадь разукрасили в самые яркие цвета этого лета. Родина фестиваля красок Холи – Индия. Для тамошних жителей это большой праздник. Они позиционируют его как избавление от негативных эмоций с помощью ярких красок. История его создания не расскажу. Это индийский праздник Холи, очень крутой, очень классный. Его обычно празднуют и веселятся более взрослые люди, ну вот как мы, например, да? Но почему-то у нас тут популярность молодежи. Ну это хорошо, здорово. На фестивале присутствовала в основном молодежь, хотя организаторы не ставили абсолютно никаких ограничений ни по возрасту, ни по какому другому признаку. Каждый, кто пришел, хотел получить от фестиваля свое. Кому избавление от негативных эмоций, а кому ярких ощущений. За радостью, веселье, эмоциями. А с кем ты пришла? С друзьями. Среди такой бури пестрых цветов выделиться довольно сложно, но нашлись и те, кому удалось это сделать. Алина замужем уже давно, а платье лежит в шкафу без дела. Просто захотелось. На прошлом холле увидела девочку, она мне подала идею, тоже захотела. Платье-то лежит, пропадает, жалко. Температура воздуха плюс 30, а это значит самое время для водных процедур. Подбирали цвета красок по одному простому принципу, чтоб нравилось участникам. Это рандомно просто. В принципе, по опросу, по желанию людей, какие они цвета хотят. Ну и мы, получается, выбрали зеленый, желтый, розовый, голубой и оранжевый. В Одессе это второе подобное мероприятие. Его организатор рад, что дарит позитив как жителям города, так и гостям. Одесситам, точнее, это в новинку, такая диковинная такая штучка, что-то такое горяченькое, чего им не хватало раньше. Вот люди отрываются, людям весело, людям хорошо. Как можно больше красочных эмоций и позитивного настроения желают одесситам. Яна Алиматова, Сергей Чумаков и Весь 7 канал.